В данном видео я покажу, как в программе Excel можно сделать выпадающие списки. Их очень удобно использовать, если вы ведете какой-то домашний бюджет, либо учет товара, либо вам необходимо заполнять ячейки однообразными данными. Делается это очень просто. Покажу на примере. Для начала создаем форму. Вот мы создали форму и хотим, чтобы в этой ячейке у нас появлялось выпадающее меню. Что для этого необходимо? На листе 2 мы можем скопировать шапку нашей таблицы 1, для того, чтобы нам было удобнее. И внесем данные, которые хотим, чтобы были у нас в выпадающем меню. После того, когда мы заполнили наши данные, переходим в нашу таблицу 1, выделяем ячейку, в которой хотим, чтобы появлялось выпадающее меню, переходим в раздел «Данные», находим пункт «Проверка данных», выбираем пункт «Проверка данных», и здесь в типе данных выбираем «Список». Но так как списку надо понимать, откуда брать данные, нам необходимо поставить курсор в раздел «Источник», перейти на наш лист 2, и выделить те ячейки, которые хотим, чтобы участвовали в выпадающем списке. Нажимаем Enter. Как видим, у нас появился значок выпадающего меню, где мы можем выбрать необходимые значения. Также проделаем с другими ячейками. Данные, проверка данных, список. Если мы хотим, чтобы в нижних ячейках у нас аналогичные были выпадающие меню, можем их выделить, поставить курсор до появления жирного перекрестия и, зажав левой клавишей мыши, протянуть ее вниз. Можем удалить данные Delete. И теперь, как видим, протянув, у нас появились данные, которые мы можем быстро заполнять, выбирая из выпадающего меню. А на этом видео заканчиваю. Все, спасибо.